Всем привет! Понадобились мне вот такие вот карабинчики, но зайдя в магазин, я офигел от цен. Одна штучка такая стоит 70 рублей без вертлюжка, с вертлюжком 150 рублей. А мне их надо для поставков, ну минимум штук 20. Сами прикиньте, в какую сумму это вылезет. Поэтому решил я их сделать самостоятельно, ну и заодно вам покажу, что в этом нет ничего сложного. На бумажке набросал примерно, что мне надо изготовить. То есть мне надо будет загнуть вот таким вот способом проволочку. Ну и дальше получится вот этот сам карабинчик. Изготавливать карабинчики я буду из сварочной проволоки для полуавтомата. Желательно, конечно, использовать нержавейку. Для изготовления шаблона мне потребуется какая-нибудь толстая деревяшка. 6 штапиковых гвоздей, один гвоздь побольше и один толстый. Этими карабинчиками я буду крепить грузила на поставки. Сперва вам нужно разметить деревяху, найти центр. Длина карабина будет 2,5 сантиметра. Даже вот размечаем. То есть вот такой вот карабинчик у меня получится. Теперь рисуем его, как он должен выглядеть. Художник из меня никакой, но в принципе для вбивания гвоздей вот это вот уже пойдет такой рисунок. Теперь в верхнюю точку вбиваем самый толстый гвоздь, в нижнюю точку потоньше гвоздь. Сейчас покажу, где будут гвозди. Вот здесь один, здесь второй, здесь вот штапиковый, здесь штапиковый. Вот тут вот штапиковый. Ну и соответственно здесь, вот здесь и вот тут вот. Сейчас при помощи молотка забью все гвозди, откушу сразу же лишнее. Ну, толстый, наверное, болгарочкой придется отпилить. И покажу уже готовый шаблон, которого уже смело можете забивать карабинчики. Вот такой вот лес из гвоздей у меня получился. В принципе, все готово. Можно пробовать завивать первый карабинчик. Вот такая вот заготовочка получилась. Теперь лишнее откусываем. Теперь надо вот здесь вот сделать небольшой загибчик при помощи плоскогубцев. Отступаем примерно миллиметр, делаем загиб по 90 градусов, можно чуть меньше даже, поджимаем, да в принципе уже и готово. Так вот раз зацепили, так вот два зацепили. Вот такой вот, друзья, карабинчик получился. В принципе, он очень надежный, мне сюда цеплять только грузила. При установке поставков, вот вам, пожалуйста, 70 рублей я уже сэкономил. Ну, еще один карабинчик на камеру сделаю, чтобы всем было понятно, что да как. То есть вот в средний треугольник, начинаем отсюда, вставляем проволоку и загибаем. Обворачиваем внутренние гвоздики. Поправляем это все дело отверточкой поглубже. Затем опять же по внутреннему контуру вот так вот подгибаем. Поправляем отверточкой. Огибаем наружный контур. И вот за этот гвоздик заводим. Здесь делаем петельку. Вот еще один карабинчик практически готов. Осталось его поправить. Опять же, лишнее откусываем. Вот такая вот заготовочка получилась. Теперь ее при помощи плоскогубцев немного выравниваем. Дальше загибаем вот эту внутреннюю часть чуть-чуть меньше 90 градусов и поджимаем. Вот таким вот образом. И вот этот носик чуть-чуть также выгибаю в сторону задней части. Вот и все. Еще один карабинчик готов. Жесткий, поверьте, с ним ничего не случится. Вот раз, ну застегнут. Если кому-то нужна красота, можно это еще потом
немного подправить. Ну и все, друзья, я начинаю делать остальную партию. Я думаю, вот этого было вам достаточно, чтобы понять, как это легко делается. А на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч, до новых видео. Всем пока!